Взять кредит, оплатить налог или госпошлину теперь станет возможным в одном месте. Об этом областное правительство договорилось с ульяновским отделением Сбербанка. В присутствии предпринимателей стороны подписали дорожную карту об организации центра оказания услуг для бизнеса. В ряде переговоров, в частности, губернатор встречался с вице-президентом Сберегательного банка, была достигнута договоренность о том, что Сбербанк свой опыт переложит на услуги, которые могут отказываться и со стороны государства в том числе. Создание центра означает передачу банку ряда полномочий в части оказания государственных и муниципальных услуг. То есть, придя в банковское отделение, предприниматель сможет в одном окне получить несколько услуг одновременно, тем самым экономя свое время и средства. Мы определили это место, и после майских праздников оборудуем его, все рабочие места, обучим сотрудников, минимум как двух сотрудников, и эта работа будет совместно проводиться с правительством области. Проект пока имеет статус пилотного, поэтому единое окно для предпринимателей пока будет работать в одном отделении банка на улице Гончарова. Если подобный формат работы будет удобен для горожан, то проект распространят по всей области, а центр станет работать не только с юридическими, но и физическими лицами. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.